Всероссийский чемпионат «Локобаскет. Школьная лига» завершился абсолютным триумфом славянских спортсменов, представляющих команду Краснодарского края. С чемпионами встретился глава района Роман Синеговский. Проект «Локобаскет. Школьная лига» – это один из самых значимых и массовых в российском детско-юношеском спорте. В общей сложности в турнире принимают участие более 260 тысяч школьников. И только лучшие из них – 42 команды юношей и девушек – добрались до суперфинала. В числе лидеров чемпионата была и юношеская сборная Краснодарского края. Костяк команды – 7 баскетболистов. Это воспитанники Славянской спортивной школы «Триумф». В финальном матче за золото нашим спортсменам удалось в буквальном смысле слова «вырвать победу» у своих соперников – команды из Волгограда. С превосходством в 10 очков – 85-75 – они стали чемпионами престижного всероссийского турнира. На встрече с ребятами глава района Роман Синеговский поблагодарил их за яркую победу. Спасибо за победы, спасибо за то, что участвуете, за то, что побеждаете, прославляете Славянский район, Краснодарский край. Рад всех видеть. Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа, славянские школьники не раз участвовали в чемпионате «Локобаскет. Школьная лига» и уже занимали призовые места. Но победить в юбилейном 15-м сезоне было особенно престижно. В истории наше третье участие в финале. Мы выиграли первый такой же «Локобаскет» 15 лет назад. Второй раз мы участвовали в Олимпии в Краснодаре, мы заняли второе место. И вот это вот третий раз вошли. Ну, борьба очень упорная была в финале. И они, надо учитывать то, что Веснетука к этой команде проиграли Волгограду. Как бы Волгоград, ну, имел как бы свои какие-то вот эмоциональные, может, плюсы в том, что они же обыграли ребят. Но, тем не менее, конечно, я не знаю, переживали мы за них очень сильно. Я представляю, как им было. Конечно, это было сумасшедшее волнение, когда хочешь, чтобы ты дошел до золотой медали, ее надо взять. Тренируются ребята в детско-юношеской спортивной школе «Триумф» под руководством опытных наставников, мастера спорта Виталия Гизей и заслуженного тренера СССР Сергея Амбарцумова, которые поблагодарили за поддержку спорта в нашем районе, за то, что созданы все условия, чтобы можно было хорошо готовить ребят и одерживать победы. Я вот хочу здесь как раз есть возможность поблагодарить в первую очередь Романа Ивановича. Сколько раз я вам приходил, просил помощи для развития баскетбола. Вы все сделали, Роман Иванович. Большое, огромное спасибо. Это приятно, спасибо. Роман Иванович. Это не просто слова, это дела вы сделали. Спасибо, Роман Иванович. Спасибо большое. В конце встречи глава района Роман Синеговский еще раз поблагодарил ребят и их тренеров за любовь к спорту и поздравил с заслуженной победой, вручив чемпионам памятные подарки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».